Дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Слава Шри Прабхупаде, слава всем собравшимся вайшнавам. Для меня вы олицетворяете славу Господа Чайтанья в этом мире. Господь Чайтанья Махапрабху проявляет милость к самым падшим душам века Кали, и так он делает этот век славным и самым благословенным из всех веков. Вы распространяете разум и чувства Господа Чайтаньи. Вы даете возможность почувствовать трансцендентную науку о душе и широко по всему миру распространяете главный дар Господа Чайтаньи – любовь к Богу. В мире очень много слепых лидеров, не видящих истинной цели жизни. А из тех, кто все же видит цель в Боге, мало кто на практике видит истинный путь к Нему. Но вы, как истинный духовный учитель, всегда поглощены любовью к лотосным стопам Господа Чайтаньи и одновременно знаете, как людям достичь совершенства в любви к Богу, находясь в неблагоприятных условиях Кали-юги. Ваши наставления всегда практичные и умиротворяющие. Ваш разум уникален, потому что вы спасаете самых падших людей, вдохновляя их своими трансцендентными чувствами. Вы глубоко привязаны к святому имени и верите в то, что святое имя способно освободить все три мира. Вы часто спрашиваете нас, хотим ли мы получить милость Господа Чайтаньи? Конечно, мы отвечаем «да». На одной из лекций вы дали наставление. Тогда плачьте по Господу Чайтаньи прямо сейчас. Я очень хочу научиться плакать по Господу Чайтаньи, как и вы, и верю, что по вашей милости это возможно, потому что ваше сердце пылает, как расплавленное золото, и оно способно растопить ледяную оболочку души из эгоизма. В этот день Вьясапуджи, ваши Вьясапуджи, пусть громко бьют барабаны или тавры и падают цветы с неба, пусть весь мир поет вам славу и выразит почтение. Ваш вечный слуга, незначительное читание Чандра Чаран Дас. Хари Кришна. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Слава Шри Прабхупаде. Духовный учитель по определению слова означает тяжелый, нагруженный знанием и дающий наставление. Для нас, наш дорогой духовный учитель, вы нагружены такой огромной любовью и таким вкусом к трансцендентным лилам Господа Чайтаньи. Вы настолько переполнены огромной любовью к ученикам, всем преданным, настолько полны сострадания ко всем людям, и этот великий и неистощимый груз знания и любви вы несете и раздаете непрестанно с такой неугасающей легкостью всю жизнь, невзирая ни на какие внешние перемены и препятствия. Вы утверждаете истину без какого-либо намека на давление, без тяжести наставлений и указаний. Абсолютная истина, исходящая из вашего любящего сердца, настолько смочена трансцендентным вкусом, что она, естественно, без каких-либо усилий проливается в каждое сердце. Без сомнения, вы и есть та самая милость, исходящая от самого Господа Нитинанды, нашего изначального духовного учителя. Вы и есть Его любовь, вы Его свет, благодаря которому можно видеть то, что сокрыто от людей влиянием Кали-юги. И вы – та сила и сострадание Господа Нитинанды, благодаря которой вы обращаете взоры и сердца людей к стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Ваша ученица Гаурачандрика Девидаси. Гуру Махараджа Ки Джай.